Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на канале ЭНСК-49. Западный циклон замедлился перед Уралом, разгоняя мощные встречные волны тепла на Западную Сибирь и холода на Поволжье и северную половину европейской части России. Далее о погоде более подробно. В четверг, 23 декабря, в Новосибирске погода без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. Ночью минус 12-14, в дневное время потеплеет до минус 3-5 градусов. В последующие двое суток нас ожидает небольшой снег. 24 декабря не по сезону теплая температура. За окном в ночные часы минус 2-4 градуса, днем около 0. 25 в темное время суток похолодает до минус 12-14, в дневное время ожидается минус 6-8 градусов. Вы смотрели прогноз погоды Западно-Сибирского метеоагентства. На этом я прощаюсь и желаю отличного настроения.